Приветствую всех любителей спорта. В эфире спортивные новости РУДН. В студии Федор Кудрявцев. И в ближайшие минуты я расскажу вам о самых актуальных событиях из жизни университета в области спорта и здорового образа жизни. Сегодня наш выпуск посвящен футбольным турнирам. Один из них, а именно турнир по мини-футболу, состоялся в РУДН в рамках празднования 55-летия нашего университета. Подробнее в материале наших корреспондентов. В Российском университете дружбы народов состоялся турнир по мини-футболу, приуроченный к празднованию 55-летия РУДН. Соревнования прошли в рамках начала отборочного этапа московских клубных турниров Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Организатор мероприятия, студенческий спортивный клуб «Дружба», собрал на территории физкультурно-оздоровительного комплекса РУДН 36 футбольных команд. Состязания прошли на славу. И погода не подвела, и игра оказалась интересной и разноплановой. Открытие турнира началось с выступления почетных гостей. Они отметили значимость соревнований не только для участников, но и для университета в целом. Поддержали спортивное увлечение ребят и деятельность Ассоциации студенческих спортивных клубов России по развитию массового студенческого спорта. Не обошлось и без наград. Капитанам команд вручили сладкие презенты. Игры прошли ярко и динамично. На поле соревновались команды разных стран мира. В качестве специальных гостей были приглашены команды КВН «Чистые пруды», сборная КВН «РУДН» и хоккейная команда «Орлы». Собственным примером ребята доказали – гармонично совмещать сразу несколько увлечений возможно. Алина Топалова, Азим Шахрияр, новости ТВ «РУДН». В Российском университете дружбы народов обучаются студенты из более чем 150 стран мира. Поэтому совсем не удивительно, что любители спорта со всего света организовали в РУДН малый чемпионат мира по футболу. Подробнее в нашем следующем сюжете. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. Малый чемпионат мира по футболу на Кубок Ректора РУДН 2014 проходит, как всегда, как замечательный спортивный праздник. Два месяца назад мы на этом же поле открывали чемпионат, а вот сегодня два матча. Матч за третье и четвертое место, и матч за первое и второе место. Погода радует. Я думаю, студенты настроены на борьбу. Это большая честь для меня представить сначала свою страну и Африку на этом турнире. Ну, я не считаю, что у нас самая, у нас самая сильная команда. Я считаю, что мы сами организированы, поэтому мы всегда на самом высшем уровне. В прошлом году первое место, а в этом году третье место. Большая разница. Будем получить первое место, потому что это мы хотим. Мы будем изготовлять сильную команду. Каждый раз стараемся быть хотя бы в финале или полуфинале. И в этом году нам удалось еще оказаться в финале. Надеюсь, что мы будем выиграть.
лучшая команда! На сегодня это были все новости. Мы продолжаем следить за достижениями наших интернациональных спортсменов. Для вас работал Федор Кудрявцев. До новых встреч!